Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. Сегодня у нас по планам, это возвращение к сюжетной линии. Это возвращение к сюжетной линии, да. Так, а чтобы нам вернуться к сюжетной линии, нам надо в Оксенфур. О, снова что-то появилось тут. Еще мужа. Так, ну что, стартанем. Где у нас тут Оксенфурт? Оксенфурт это вот здесь, да? И сюда. И сюда я смогу только бегом. Либо бегом, либо на лошади. Все. Вариантов не слишком много. Я предпочитаю бегом. Поэтому бегом и побежим. Какая-то деревенька. Заброшенная. Да. О. А, ну понятно, деревенька, ёпта. Ты не в ту сторону бежишь. Чудак. Бежит не в ту сторону и доволен. Только чё доволен, если не в ту сторону бежит? Непонятно. Так, а здесь что у нас за ограждение-то? А, там типа неизвестное место и какой-то там, наверное, тоже кладец лежит. Ну, с кладами, поиску кладов из всяких мест я уделил аж 2 серии. Позже мы, конечно же, вернемся снова к изучению там всяких секретных мест, к поискам кладов. Сегодня в этой серии мы по сюжету идем дальше. Так, а здесь что такое? Ну, это стопудово, наверное, что-то, куда меня не звали, поэтому и лезть туда не стоит. Вообще не стоит. Сколько мне там еще? Так, подожди, мне надо вот эту вот убрать метку, которая меня сбивает. Где ты? Короче, мы сделаем вот так. А он таким образом не показывает, да? Ну-ка, здесь что есть? Так, надо в пятку нажать. То ты уже довольно долго бежишь. А если сейчас на тебя какие-нибудь нападут, нахеры, в количестве 10 штук, то ты можешь и не отбиться от них. Ну, с какого уровня, конечно, они будут там, да? То есть все-таки в пяточку нажать никогда не помешает. Так, стопы. Я сюда только по мосту попасть могу. Так, значит, на мост пошли. Значит, пошли на мост. А то потом бегай там кругами. Ищи, как туда зайти вообще. Так, это что? Это риданский солдат. Чё ты? Ты сказал тьфу?
О, купчина. Приветствую. Здорово. Покажи свои товары. 160. Ну, по крайней мере, я смогу тебе кое-что продать. То, что мне не нужно, а место занимает. Благодарность. Бывай. Бывай, очкарик. Да здравствует, да здравствует. Держись от меня подальше. Побазарит мне тут еще, блин. Стоять! Прохода нет. Что, в городе чума? Чума? Нет. Сказали никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нет. Ты об этом? Дай-ка взгляну. Печаточки не достают. Такой, красный. Да быть не может. Может, в гражданской обороне опять задыли. Они там сейчас жутко занятые все. Ну ладно, проходи. А этот стоит, спит на алебарде. Ну да, тут бы это, в обход бы не получилось. Чё ты сказал? Чё ты сказал? Все, слов нету больше. Сучка крашеная. Базаришь мне тут еще. Ёпта мать, чтоб тебя. А вы кто такие? Ублюдка младшего. Люди, человек ублюдка младшего. О! Это подстричься же здесь можно, да? То есть. Ну-ка, давай. Мое почтение. Чем могу помочь? У тебя есть бритва и ножницы? Отлично. Подстриги меня. Я побриться хочу. Ну вот. Красавчик сразу стал. Бывай. Красавчик сразу такой прям. За 5 монет красавчик. Похоже, дождь собирается. Чё? Геральт, ну ты... Сука, тебе по этом. В Ералаше сниматься. Дождь собирается, ага. А ничего, что это дождь идет уже? А у тебя он только собирается. Что ты за ведьмак-то такой, ёптать? Если дождь идет, а ты говоришь, что он только собирается. Осторожно, тролль. Завалим мы этого тролля, не очкуйте. Так, давай-ка вот тут же, по-моему... А, стоп, это значит, все-таки она была там, да? Прорицатель правду скажет. А что у тебя на прилавках? Так, ты у нас бронник, да? Привет! Ну вот, пожалуйста, ведьмак. Думается мне, будет у меня, наконец, интересная работа. У тебя же работы хватает. Ах это? Это заказ от риданской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты, значит, хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло, оно же как бабу трахать. Ритм словил, и все-то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? А
Давай сперва посмотрим, что у тебя есть. Так, у тебя есть все то, что я еще не могу одеть, да? Рецепты всякие. Так, вот это, пожалуй, я у тебя тоже прикуплю. Блин. Неохота мне серое вот это покупать. Бабки на это тратить. 390 монет. А оно всего лишь серое. Так, ну-ка. Шанс вызвать оглушение. Мощь знаков 2. А все, бабла не хватает. Я у него все выторговал. Все выторговал. Так, ну-ка, что ты можешь так сделать? Вышло, что мне и правда кое-что нужно. Великолепно. Вот увидишь, ты останешься доволен. А что ты можешь мне сделать? Акетон со Скеллиги, 54. Так, а что ты еще можешь сделать? Ну, это херня. Вот, ты мне можешь сделать акетон со Скеллиги, да? Ну, почему бы и нет? А тут материала не хватает. Ну, я ж могу докупить, в принципе, материал. А это с 8 уровня, да? Вот, здесь не хватает вот этой фигни. Но это ж я могу купить. Все, теперь хватает. Вот, давай мы ее от тебя сделаем. За 97 монеток не так уж и дорого, да? Доспех мы сделали. Так, перчи. Перчи, перчи, перчи. Давай сделаем. Я что, зря рецепты собирал, что ли? Сапоги. Сапоги не может сделать. Штаны. Шестые. И тут надо... Ну да, давай сделаем. Все. Компоненты. Всякая херня, да? Все. Будь здоров. Все нормально, я преображусь сейчас маленечко, да? Приоденусь. Вот уже... На человече похож. Так, сейчас мы тебе... Приветствую еще раз. Остатки сбагрим. Покажи, что у тебя есть. Сбагрим тебе вот это вот. Оно, тем более, что-то не так дорого-то и стоит. Вот, и... Пожалуй, все. Пожалуй, все. Будь здоров. Нормально, нормально. А, блин, не этот же вход. Так, а у вас тут что? Кто тут говорил, типа, у тебя прилавок, тут ты видел? Видел, не видел? Летай, покупай, не раздумывай. Типа, говорит, видел мой прилавок. А кто там, кому, к чьей прилавок я должен был увидеть? Так, стопы. Куда мне надо-то? Сюда вовнутрь зайти или нет? Вот тут. С кем? Летай, покупай, не раздумывай. Хер его знает. А, наверное, сюда, да? Все. Я ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, милздарь. Я ее сейчас приведу. Милздарь. Погодите сейчас, милздарь. О, кошечка. Киса, 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 киса. Киса. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии.
так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Он, конечно, не святой, но он всю округу поднял на ваши поиски. Мне кажется, для него в эту минуту нет ничего важнее, чем найти тебя и твою мать. Я в людях кое-как разбираюсь. Жаль, что он раньше о нас так не заботился. Особенно о маме. Он совершил ошибку и понял это. Я не оправдываю его, просто говорю, что он наконец осознал, что натворил. И что вы очень нужны ему. Замечательно. Я все приняла к сведению. Ты приехал, чтобы мне об этом сказать? Ты бы не хотел об этом говорить, но... Я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Войцех говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Знаешь, что это может быть непросто? Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди. И они мне помогут. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовище. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Градом. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Радовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Пока ты не уехала, твой отец просил передать вот это. Клара? Отец велел привезти мне куклу? Смешно. Он думал меня этим купить. Передай ему, что растоптанного детства красивым жестом не вернешь. Прощай, ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тирану. А я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Удачи. Ну вот, котик снова один на один.
Мурзик, сучка ты украшенная. Мурзик. Вот сука. Завали. Так, сколько мне тут? Ого. Это сейчас куда мне надо? Сюда. Да покруче тебя буду. Так, давай. Подожди, это барона, а тут же это, да, или что? Подожди, а ну да, вот. Подожди, я к барону сейчас назад телепортнусь. О, подожди, он что? А, нет, мне показалось, что он это крышу отстроил. Но это всего лишь на все показалось. Прикольный такой закат. Летние и вечерние закаты такие прям шикарно, шикарно прям. Шикардос. Что тут есть что-нибудь, какие-нибудь интересные места? Ох, ты ж прям слепит прям солнышко. Что там базаришь? Я в стаканчик накатил. Вот у тебя сейчас нету. Нету. Стаканчик бы ты накатил. Ты на посту находишься, мудила. Какой тебе там стаканчик накатил бы ты? Ну чё, барон, побазарим? Так, давай в пятку. Ну, чем пришел? Сыграем в винт. Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... А что, Анна? Я пока не узнал ничего определенного, но надеюсь скоро узнать. Тогда что ты тут делаешь? Ищи ее! Прощай. Исследовать все оставшиеся зацепки в Велине. Да уж. Ох ты. Велин. А Велин это где вообще? Велин. Ну, это был Оксенфурт. Велин. Так Велин это Оксенфурт или нет? Так, подожди, масштаб поставить. Так, 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 так. А тут же можно же как-то еще это. Нет, это не то. Поставить метку масштаб. А, вот, пробил карта Мила. Велин. А, ну, понятно тут. Короче, это, Велин, это вот эта вся фигня. И где-то здесь мне надо найти какие-то зацепки там, да? Отлично просто. Просто отлично. Ух, сколько там всего. Зачищать-то? Так, зацепки. Вот здесь кто у нас? Доступное задание. Ну, это тоже не варик, доска объявлений. Давай, наверное, снова в Оксенфурт. Снова в Оксенфурт, а что делать? Да блин. А у тебя сегодня подожди. Тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался.
О, блядь. Тебе только это побухать, да? Так, ну что тогда, давай опять мы в этот сиганем. Это западные ворота, это Оксенфурский форт. Порт. Вот в порт сюда мы и сиганем. В порт мы и сиганем. Так, и что же, какие тут зацепки могут быть? Ну, точнее, не тут, а вообще, где мне, блядь, искать эти зацепки? Опс. Нищий. Как ты только болезнь разносишь. Паразитизм и дезертирию. Дезертирию, да? Ты хоть говорить научился правильно. А я чё, уже, в принципе, весь Велин оббежал, что ли, получается, да? Или нет? Где? Где чё исследовать-то? Так, этих... А, ну я же вот отсюда прибежал. Эти со мной не захотели разговаривать. Так, может в корчму зайти? Может мы в корчме там что-нибудь сможем узнать, выспросить, выяснить? Прошу мне не мешать. Ну и ну, ведьмак. Зажиточный. Ну, ведьмак, и чё? Нетрезвых молокососов, извозчиков и шкалеров с кафедры философии не обслуживаем. А я что, похож на... хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе шкалеры насолили? Давай не будем об этом. Что принести? Покажи мне свои товары. Так. Краснолюд-застрельщик. Да похер, давай. Купим карты у тебя для игры в Гвинт. Так, и вот это продать надо. Потому что мне это не нужно. Все. Все, спасибо. Больше ничего не надо. Прощай. Блин. Слушай, ну... Эй, привет! Мое почтение! Я так понял, что я зашел сейчас в тупик. Тупик зашел, поэтому мне нужно сейчас задание хозяйки леса. А, подожди, вот, скорее всего, надо. Вот сюда надо мне чесать сейчас. К хозяйкам леса. А вы где? А вы вот здесь, да? Пипец, блять. Поблизости-то ни хера нету. Ну, пошли. Пошли. А, стой, вон этот. Сволочь. Крутой выискался. А как ты догадался? Так, мы сейчас
должны... Давай с пепелища. С пепелища, так с пепелища. До ведьмы. До ведьмы. Добежим. Долго их. О, так, подожди, в пятку. Нахер, иди нахер. Ну сколько вас тут много, блин. Набежало. А, вот ты что еще там под землю, да? Ныряешь. Ну, такие, блин. Вот и все. Вот и все. Так, мне надо красный. Красный камень надо, красный. Вернее, не камень, а мутаген красный надо мне. Веревочная, да? Вы не из Баронова, правда? Из каких? Сейчас привезут мешки из покойников. Сердечный ты человек. У меня есть деньги в старом доме. Который месяц, все даже близко. Может, все? Вот иди туда, рожься со стаханами. Вот как у меня собрала. А ну-ка, поймай чего. Ха! Не до этого дела. Вон из моего дома. Весь этот ведьмак страшен. Так, ну все, уже хоть точку поближе нашли, да? Теперь вот осталось добежать. А, ну тут еще какое-то место будет тайное. Сейчас мы, наверное, мимо него и продадим. Продадим. Пробежим. Сейчас мимо будем пробегать. Заботы могильщика. Всякое это. Таинственные следы. Вот сколько, сколько заданий ты понабрал. О. Монстр перебил целую стаю. Ничего себе, блядь. Не-не-не, я это пока не по этой части. Блядь, волков там кто-то положил. Так, где-то же секретка должна уже быть. Я же это... Ага, вот сюда маленечко. Медведь. Так, медведь надо... Акси. Миша. Это ты волков там убил, да?
Получи по жопе. Михаил, блин. Михаил. Миша, Мишутка. Все. С Мишкой закончен. Блин, я что, за эти сапоги дрался? Блин, я надеюсь, они хоть того стоили. Это что-то получше, чем у меня. Или нет? Ах, давай глянем. Блин, где? Так, сапоженьки. Да уж. Ну ладно, что. Маленечко, я же опыта тоже получил за убийство-то. Сука, а здесь что все хрустит-то там? Ходит какой-нибудь бес, демон или еще кто-то там. Сушеного скелета, сушеная рыба. Подожди, квест какой-то здесь. Давай. Третий уровень. Бжух. Красиво. Красиво. А вы что, кого-то убили тут? А где квест-то был? Просто надо было этих дурачков убить и все, что ли? Я думал, тут задание какое-то сейчас будет. Ох, там сколько все. Волчары, походу. Отыскать ведьм. Что, я уже рядом, нет? Сколько мне еще бежать-то? Вот, куда-то я прибежал, да? Давай позырим. Ты можешь это осмотреть или нет, или что? Почему контекстного действия? Или просто надо бежать по вот этим следам и все? Цветы. То есть просто вот по вот. Просто бежать. Пам. Ну давай побежим просто. Так, сундук. Сколько цветов-то всяких разных. Так, куда дальше? Сюда?
Что за растение? Мышехвост. А вон и ведьмы. Ведьмы, ведьмы, ведьмочки. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты! Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда, ва! На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ковайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. Послушайте. Девушка, которую я ищу, попала в беду. Если не хотите помочь мне, помогите хотя бы ей. А ты откуда знаешь, что она тут была? Люди говорят, она попала к ведьмам на болото. Но тут нету ведьм. Тут только лягушки. И ужи. И Вася. Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? С оружием, как бандит. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает: «Погоди, сейчас почешу себе гузно и придумаю». Что это за слово? А ну, живо в хату! Живо в хату! Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда! Уходи! Ух ты, бабка какая вредная. Поговорить с мальчиком, которого наказала бабушка. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А и Васик придуманный. И чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи. Уходи. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет, говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался.
Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, 18, 19, 20. Я иду искать. Найдите прячущихся детей. Ну да. О. Заодно пошукаем. Я тебя вижу. Выходи. Как ты меня углядел? О. Я ж ведьмак. Как мне тебя не углядеть-то было? Так, еще следы. Подожди, это что такое? Я тебя нашел. Не прячься. Так, стоп, надо сперва это ограбить здесь. А, стой. Это этот здесь. Угу. Я тебя вижу. Повезло тебе. А тебе нет. Так, и еще один остался. Не, ну подожди, стоп, вот. Следы сюда ведут. И за окно, да? То есть мне надо оббежать окно. Точнее, не окно оббежать, а дом оббежать. И к окну подойти. И все. Да? Вот он ты. Все нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово. Помогите мне поговорить с приятелем Ивасика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле, он не придуман. Не сделаю. И Васик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, и Васик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное.
Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Отыскать на болотах Ивасика. Ну пошли. Пошли искать. Вот это мощное бабище. Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. Ух ты! Так, в какую сторону там не фигачить? И Васик. Ах ты ж, блин. Доведут к норе. Интересно, что внутри. Ивасик! О, голум. Не бойся. Ты хмурница? Луговик? А, прибожек. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой?
Что ж, выбора нет. Так, прежде чем идти, нам надо вот это вот починить. То есть спрятался, да? Мне, значит, с ними разобраться надо. Мы пришли? Да, я огляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть. Погнали. Залезем. Покажи, что умеешь. Может. У него просто в горле пересохло, он говорить не может. Сейчас он даже бутылочку он пригубит и забазарит. Держи. Молоко, шишка, улитка, кролик, телега, картинка, пердеж. Как звучит? Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бруги. Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что, хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют,
Ветерок веет. Сижу я, значит, довольный. А тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица. Молодая, серовласая, как ты сказал. А вдобавок она была ранена и едва дышала от усталости. Она помчалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривай? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем. Пойдем. Где-то там. Меч светится, блин, прикольно. Когда в нем руны стоят, он светится. В порядке. Ни полведьмы не видать. Сейчас спою бабушке. Успокою ее. Соловьи уже умолкли, умер ветерок. А луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, Вавуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Девушка, о которой я спрашивал. Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяйку. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел ясеньку, когда она пропала. Нашел. Горячку гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик,
Помогу ему. Ступай за мной. И Васик добрый мальчик, а вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелене? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки, отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Ух, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей барышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдунями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа. Стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый. Знает валун, валун слышит. Да уж. Так. В общем. На сегодня тогда все. Продолжим. В следующей серии узнаем, что там за чудище надо завалить, что там за староста нам забашляет там, да? Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч.